Сколькими способами можно сделать трехцветный флаг с горизонтальными полосами, если имеется материя шести разных цветов? При этом важно, что порядок полос имеет значение. То есть и у флага есть понятие верх, низ. Да, пожалуйста. Сверху может быть один из шести цветов. Да. Дальше может быть один из пяти, не считая тот, который был сверху. Ну да, потому что уже нельзя, да? А еще ниже будет один из четырех. Значит, ответ? Ответ 120. 6 на 5 на 4. 6 умножить на 5 умножить на 4. Молодцы.